Всем привет из Сочи. Меня периодически спрашивают, можно ли со цветоносов что-то получить. Ну вот покажу свою бутылочку, в которой я срезаю цветоносы, разные ставлю. Значит, внизу в бутылочке у меня немножко воды, налито именно вот так вот, видите, чуть-чуть. И добавлено пол таблетки угля активированного. То, что зелень, это потому, что стоит на солнечном месте эта бутылочка. Ну, конечно, из большинства вот этих вот цветоносов лезут бутоны. Видите, какой бутон уже. Часть бутонов я пыталась обрезать, но есть цветоносы, которые гонят только бутоны. Не знаю, может быть, не очень хорошо видно, но я не достаю из этой бутылки ничего, пока что-то там нормальное не завяжется. И вот сейчас постараюсь все-таки показать. Вот, сейчас найду местечко. Вот там вот я вижу почка, очень похожа. Да, сложно через такую бутылку, конечно, показать, но ничего не могу поделать. Сейчас буду как-то пытаться. Сейчас увеличу. Может быть, получится так. Или уберу со света. Вот. Поймаю сейчас. Вот. Он в глубине, если видно. Есть почка, очень похожая все-таки на детку. И из нее лезет еще и цветонос похожий. Что из этого получится, но будем наблюдать. То, что бутоны у меня наверху, вот это вот цветонос однозначно полез. Видите, я уже обламывала, и все равно лезет цветонос. То, что цветонос лезут здесь вот наверху, я их обламываю, где могу достать. Остальные пока не тревожу. Стараюсь не тревожить. То есть вот таким образом, конечно, можно получать детки. Я не использую никакую мазь. То есть просто поставила в водичку с углем и поставила на светлое место. Но детки в получаются обычно летом. И из цветоносов домашнего цветения. Из покупных цветоносов чаще всего лезут дальше цветоносы обрезанные, и все. Вот показала, дальше покажу, что получится позже. Еще одна моя детка дендробиума. Тоже очень интересная. То есть досталось мне вообще, если видно, там несколько тоненьких палочек. Вот было вот таких несколько тоненьких палочек. Остальные побеги выросли у меня. И посмотрите, даже эта детка решила у меня процвести. Вот такими уже такие два бутона. И в то же время, вот тоже удивительно, она растет и бутоны. И посмотрите, еще две детки формирует. И внутри, просто вот этот стаканчик не очень такой видный. То есть внутри я видела, и молодые корешочки лезут. Так что вот так вот удивительно. Детка стюартиана не так давно пересаженная. Вот хочу показать, как она себя чувствует. Листья, конечно, у нее изумительные. Вот этот листик практически полностью вылез уже у меня. Но пока серебристого видно чуть-чуть. Надеюсь, будут такие же красивые, как и более взрослые листья. И что меня порадовало, посмотрите. Полезли корешочки молоденькие. Все-таки весной все действительно оживает. И самое лучшее время для приобретений, для пересадок, для всего, конечно, лучше весна.
Так что вот такая малышка. И я смотрю, у нее подросли листики. Все подросли листики, ну, кроме там вот этого старенького совсем. И то он более зеленый стал. Я брала ее 1,7. Не брала. Вот. Так что вот такая красотка. Была она 1,7. Ну и коль мы уже пошли по деткам, покажу еще одну детку, которая у меня оказалась одной бульбочкой с молодым ростиком, очень тоненьким, даже который не набрал бульбу. И вот это вот уже мой молодой ростик и моя бульбочка. Посмотрите, какая хорошенькая. В период роста все-таки надо обязательно всем бульбовым делать просушку небольшую после полива, чтобы они подпросохли. Тогда они лучше набирают бульбы, запасают. Видите, вот там еще один молодой ростик лезет. Так что я думаю, это растение уже у меня адаптировалось и будет себя хорошо чувствовать. Я, честно говоря, рассчитываю, что вот эта бульба уже процветет. По крайней мере, буду на это очень рассчитывать. И цвет, посмотрите, как поменялся у меня. Я его немножко азотными подкормила. Сразу посмотрите, растюха ожила. Потому что вот здесь, конечно, листья были замученные. Так что вот такая красоточка тоже. Ну и еще моя малышка и новиночка. Это психопсис. У меня получилось, что я разделила их пополам, потому что когда я стала пересаживать, они у меня в горшке почему-то, ну, просто развалились. У них такая тоненькая была перемычечка между собой. И, в принципе, я сначала боялась, что из этого ничего хорошего не получится. Вот такое вот растение. Ну, конечно, маленькое. Маленький листик, вот видите, листик маленький, один и второй. Но при всем этом, посмотрите, полезла детка. Сейчас попробую укрупнить. Вот видите, полезла маленькая детка. Значит, растение живое, будет жить, будет двигаться. Получается, здесь одна совсем маленькая бульбочка, но это, видимо, совсем начальная. Две чуть побольше бульбочки. И вот она дала вот так вот. Я очень довольна, что, в принципе, растение сказало, что я хоть медленно, но буду расти. Я знаю, что психопсисы растут достаточно медленно. Но вот все-таки он меня, вот видите, порадовал. Сейчас немножко верну камеру назад. И вторая, так называемая, деленка. Да, с более большим листом. Вот видите, лист вот такой большой. У нее остался длинный цветонос. На этом цветоносе самая макушка отсохла. Но, видите, вот остались по всему цветоносу, остались почки. Я все-таки рассчитываю, что из этих почек тоже что-то у меня получится. Видите, почки живые, хорошие. И вот этот ростик, он сначала замер, вообще не хотел расти. А сейчас, посмотрите, я его тоже обнаружила буквально вчера. Посмотрите, полез молодой корешочек.
видите, даже, по-моему, два. Со своим зрением не сразу могу заметить. Значит, все-таки вот эта вот бульбочка молоденькая, что у нее были вот эти чешуйки немножко подсохшие, я думаю, ну все, наверное, пропадет. Ну вот, я смотрю, движение пошло. Так что буду растить. Вставлю фотку. Очень красивый. Видео по его пересадке и делению у меня есть ролик, кому интересно, можно будет потом посмотреть. Странно, не могу почему-то поймать фокус. Ну вот такое небольшое видео моих малышек, совсем малышек. Буду заканчивать. Всем приятного дня, хорошего настроения и побольше здоровья. И, конечно, солнечных весенних деньков. Всем пока-пока!